Привет! Вы на канале? Владик гном? Да. Да. А что у Влада сегодня? Осенний. Что? Секрет? Да. Да. Подожди, давай мы всем расскажем. У нас не просто секрет, у нас коробочка с Хэппи Милами из прошлого. Здесь внутри коллекция Хэппи Милов 2000 года. Как это так? Да. Ну, мы нашли очень-очень старые игрушки Хэппи Мил. Да, не знаю. Ну, сейчас мы будем смотреть и доставать их, да? Да. Да. Какой? Тебе интересно? Один. Да. Сейчас мы узнаем, что же за коллекция была в 2000 году. О, все! О, все! Класс. Не, давай мы их будем по одной доставать. Давай ручку засовывай, доставай одну какую-то игрушку. И мы будем рассказывать. Вот. Донеси. Все. Да. Да. Не донеси. Да. Смотрите, это у нас ослик Иа. Вот мы его покажем. Смотрите, какой ослик Иа. С каким хвостиком. Видите, кто не верит. И бантик. Да, да, сейчас мы покажем. И бантик. Бантик, да, красивый. Да, это Маша. Видите, Макдональдс, 2000 год. Да. Папа говорит, не видно. Видно? Ну, подожди, давай мы расскажем, что же это была за история. Да. В 2000 году вышел мультик про приключения тигрика. И тигрик очень хотел, чтобы у него были его родственники. И все друзья с леса решили помочь ему и нарядиться в тигрика. Смотрите, у ослика Иа-Иа есть два колпачка. Да, один кит, один. Да, Влад этими игрушками просто уже чуть-чуть поигрался, поэтому он уже все знает. Вот. Иа-Иа бывает такой. И смотрите, здесь есть еще одна такая веселая штучка. Сюда можно засунуть пальчики. Видите, здесь есть такие отверстия. И вот так вот играться. Привет! Привет, привет, привет. Доставай еще одну игрушку. Вот такие липучки. Кто у нас здесь? Винни-Пух! Да, тоже Винни-Пух, который маскируется в тигрика. Эта кофточка с Винни-Пуха снимается. Ее можно полностью снять, и будет обычный Винни-Пух. Но мне кажется, что так он даже симпатичней. Да? Не, ну с него снимать кофточку, не знаю, мне он в кофточке больше нравится. Не, все такое. Ты хочешь снять кофточку? Да. Ну, мы потом снимем кофточку, потому что ее долго будет снимать через головку ему. Да, не, вот. Да, вот такой вот. И Винни-Пух точно так же делает. Да. Привет. Привет, привет, привет. И я хотела одну штуку попробовать. Я хотела их попробовать соединить. Чтобы у них хоровод такой получился. Как они там могут соединяться? Да. Не так. Не так? Да. Ну, посмотрим. Еще. Еще? О, смотрите. Малютка Ру. А малютка Ру не маскировался, поэтому он без костюма. Да. Да, малютка Ру их всех искал, ходил. Потому что тигрик потом потерялся. Да. Да. Что, Влад, да, ты еще мультик не посмотрел, тебе мама только рассказывала. Да, и вот такой вот малютка Ру. Мама, а я помню. Что, мультик смотреть? Да. Сейчас мы пойдем смотреть мультик. Да, а пони не так киосани. А там беси фай, беси куи. Да. И беси пони. Ага, хорошо. Да. Ребята, если вам понравились такие старые-старые игрушки, но они супер классные. Да. Влад, тебе понравились игрушки? Да. Да, они мягкие. Вот у нас недавно была коллекция с секретами домашних животных, они были мягкие. И эти мягкие, такие классные, забавные. Да. Влад их любит? Да. Покажи, как ты их любишь. Все. Давай. Ставьте лайк. Влад залюбил животных. Влад. Влад, покажись. Да. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Влади Гном. И смотрите новые сюрпризы. Пока-пока. Да. Еще.
осенний. Да, он пошел на день рождения. Пока-пока.